Привет, новичок. Поздравляю. Ты уже много знаешь. Прошел много уроков, ну и попал на очередной интересный урок, где мы познакомимся с акциями и программами компании Faberlic. Конечно, что-то где-то может быть непонятно, ново. Но не бойся, не паникуй. Все мы через это проходили. Держи связь с наставником обязательно. Ну и в крайнем случае видео всегда можно еще раз пересмотреть. Поздравляю! Ты теперь обладатель своего личного интернет-магазина Faberlic. Теперь у тебя есть уже постоянная скидка 20%, возможность участия в закрытых акциях и распродажах. Акции Faberlic бывают постоянные и временные. К постоянным относится стартовая программа для новичка, повышенная скидка 26%, о ней ты познакомился в предыдущем уроке, подарок для неактивных покупателей, товар по спеццене за каждые 14 рублей 49 копеек в ценах каталога, ты их будешь видеть в каталоге. Ну и наборы по спеццене, ты их тоже будешь видеть в каталоге. К времени относится бонус на повторную активность. Это в основном денежная акция. Компания дарит на покупки определенную сумму. Такие акции бывают нечасто, 5-6 раз в году. Закрытые распродажи, в которых могут участвовать только те, у кого есть личный кабинет. Ну и отдельная программа на платформе Drive для VIP-консультантов. Обо всем мы сейчас поговорим. Итак, акция для новых покупателей всегда печатается на обороте каждого каталога. Вот, к примеру, сейчас у нас акция для новых покупателей, где дарят в подарок капсулы для стирки и кондиционер для белья. Это считается первым шагом, и подарок в каждом каталоге новый. Как я уже сказала, в этом каталоге у нас подарок идет капсулы для стирки и кондиционер для белья. Все подарки получаем по итогу каталога, то есть в следующем каталоге. Ну и, конечно, не могу не заострить на нюансы для получения первого шага подарка для новых покупателей. Как я уже сказала, что подарки, каждый каталог меняется. Именно первый шаг, который печатается на последней страничке на обороте каталога. Чтобы получить подарок, заказ должен быть не менее 49 рублей в ценах каталога. Это, можно сказать, начальный порог. Ну, а как я уже сказала выше, что акции могут меняться. То есть может порог иногда быть выше, но если выше порог, тогда и дороже товар, который дается в подарок новичку. Все подарки добавляются в заказ по итогу каталога. То есть вы зарегистрировались, оформили заказ, оплатили до конца каталога, и в следующем каталоге вам за 1 белорусский рубль добавится в подарок набор или же один какой-то товар. Минимальный заказ для получения подарка и не только новичкам, но и каких-то других определенных акций, которые будут всегда при минимальном заказе, то есть при 29 рублях. Если же у новичка в следующем каталоге для того, чтобы забрать подарок, не было заказа, не бойтесь. Подарок за вами закрепляется на 3 каталога. То есть, например, если вы зарегистрировались в 9-м каталоге и выполнили условия на 49 рублей, но в каталоге 10 у вас не получилось оформить заказ, чтобы забрать подарок,
Ничего страшного, как я уже сказала, он закрепляется за вами на три каталога. 10, 11, 12. А вот уже в 13 получается, он сгорит. И обязательно и условия, которые играют немалую роль, что за новичком закрепляется тот подарок, по итогу каталога, которого была произведена оплата. То есть, если, к примеру, вы зарегистрировались в каталоге 9, но оплатили заказ, когда начал действовать уже каталог 10, значит, вы будете участвовать в получении подарка по каталогу 10, но не 9. Вот, к примеру, то, что я говорила только что. Если консультант зарегистрировался в каталоге, вот, который у нас был предыдущий, 8, оформил заказ в каталоге 8, но оплатил в каталоге 9, он уже получит в подарок не набор из трех средств, а набор, где биокапсулы для стирки и кондиционер для белья. Также это очень удобно, когда можно, когда новичок регистрируется в конце каталога, он может выбирать подарок, который получит. То есть, к примеру, он видит на обороте в одном каталоге такой подарок, а во втором каталоге другой подарок. И какой подарок вас устраивает, в том каталоге можно платить заказ, чтобы получить подарок. Итак, ты получил свой первый подарок за заказ. То есть ты прошел первый шаг стартовой программы. Но стартовая программа у нас состоит из 5 шагов. И теперь у тебя есть прекрасная возможность собрать все-все-все наборы стартовой программы, где ты автоматически, можно сказать, познакомишься с бестселлерами компании по самым выгодным ценам. И сейчас познакомимся с ними подробнее. Итак, как я уже сказала, ты выполнил первый шаг, и ты участник стартовой программы. Всего у нас 5 шагов. Итак, значит, чтобы участвовать в стартовой программе и выполнять шаги, тебе нужно в каждом каталоге размещать и оплачивать заказы от, внимания, 79 рублей 90 копеек в ценах каталога, я всегда округляю, от 80 рублей в ценах каталога, чтобы лучше запомнить, или же от 159 рублей 90 копеек, или по-другому 160 рублей в ценах каталога, то есть в 2 раза больше. Почему такая градация? Если ты в следующем каталоге приобрел продукции на 80 рублей в ценах каталога, тогда набор хитов ты в следующем каталоге, как я выше сказала, что все акции идут по итогу каталога, значит, в следующем каталоге ты набор возьмешь, получишь за 9 рублей 60 копеек. Я думаю, вы видно на слайде, что второй шаг у нас 4 крутых средства. Значит, вот 4 средства получишь за 9 рублей 60 копеек. Если же заказ в предыдущем каталоге был на 160 рублей в ценах каталога, а точнее 159 рублей 90 копеек, тогда набор хитов будет за 3 рубля 30 копеек, то есть в 3 раза дешевле. Что важно, что заказ можно делать не один. Можно за каталог сделать 2, 3, 4 заказа. Главное, чтобы в сумме было или 80, или 160 рублей в ценах каталога. Также заказы по суммам не переносятся. То есть, если ты, к примеру, вот в 9 каталоге оформил заказ на 80 рублей в ценах каталога, значит, в 10 каталоге ты возьмешь набор за 9 рублей 60 копеек. В 10 каталоге ты оформляешь заказ на 160 рублей в ценах каталога. В 11 каталоге ты получаешь третий шаг уже за 3 рубля 30 копеек. Ну и сейчас быстренько пройдемся по всем шагам. Как я уже сказала, что если заказы
оформляются за каталог на 79 рублей 90 копеек или же 80 рублей. Обращаю ваше внимание, в ценах каталога считаются шаги, то второй шаг ты получаешь за 9 рублей 60 копеек. В него входит средства для ванной комнаты, артикул 30-220, средства для духовок, хит-продаж наш, артикул 30-119, универсальное средство, артикул 30-217, и гель очищающий для туалета, морская свежесть, 7 в одном, артикул 30-292. Этот весь набор ты получаешь за 9 рублей 60 копеек. Ну а если в предыдущем каталоге ты купил товара на 160 рублей в ценах каталога, как я уже сказала, можно несколькими заказами, главное оплатить до конца каталога, тогда вот этот вот шикарный набор ты получишь вообще за 3 рубля 30 копеек. Я думаю, круто. Второй шаг, третий шаг точнее, еще круче. Здесь есть уже возможность получить набор парфюмерию на выбор. В мини-флакончиках по 30 женские ароматы и мужские 35 мл. Условия те же. Оплатил заказ на 80 рублей в ценах каталога, тогда две водички ты возьмешь за 9 рублей 60 копеек. Если же на 160 рублей в ценах каталога, тогда ты две водички на выбор возьмешь за 3 рубля 30 копеек. Я думаю, это очень круто. Ассортимент водичек видим на слайде. Четвертый шаг. Здесь уже есть возможность получить уход за лицом. Очень классная серия гиалуронка, которая прям очень нужна от 25 лет. Условия те же. Купил в прошлом каталоге на 80 рублей. Набор из трех средств получишь за 9 рублей 60 копеек. Купил на 160 рублей в ценах каталога. Получишь набор за 3 рубля 30 копеек. Обращаю ваше внимание, что стоимость набора с каждым каталогом, с каждым шагом увеличивается. И в пятый шаг, последний шаг, значит, условия те же, и ты получишь или за 9 рублей 60 копеек, или за 3 рубля 30 копеек набор из трех средств декоративной косметики. Это палетка для век и бровей, или, точнее не или, и экстраобъемная тушь для ресниц, и автоматический карандаш для глаз Каял, 12 часов держится, оттенки на выбор, все будет в личном кабинете. Если же вдруг произошло определенные нюансы у тебя, компания все предусмотрела и все учла. Итак, это важно. Если ты зарегистрировался в каталоге, допустим, 9, но по каким-то причинам у тебя не получилось оформить в этом каталоге заказ, не бойся. Не теряйся, как говорится, твой подарок за тобой закреплен в течение 6 каталогов. То есть, если ты в течение 6 каталогов оформляешь заказ на вот эту сумму 49 рублей в ценах каталога и оплачиваешь, ты получишь свой заслуженный подарок, то есть первый шаг. Конечно, по тому каталогу, в котором ты участвуешь. Также есть такое понятие, как пробный шаг. Пробный шаг – это значит, когда ты, допустим, опять же в каталоге 9, оформил заказ, но только оформил заказ, допустим, на 31 рубль в ценах каталога. А для получения подарка нужно 49. По каким-то причинам не подсказали, не успел, не оплатил и так далее. Всякое бывает, компания это тоже учла и... У тебя есть прекрасная возможность восстановиться в стартовой программе. То есть после того, когда ты оплатил заказ на тех 31 рубль, как я уже сказала, у тебя есть возможность в течение двух каталогов вступить в стартовую программу. То есть можно в следующем, допустим, в 10-м или же в 11-м оформить заказ на 49 рублей
и автоматически вступить в ту программу, которую я рассказывала ранее. Если же вдруг случится такое, что какой-то продукт временно попал в дефицит, то есть нет на складе, компания имеет право заменить, чтобы все-таки подарок консультант получил. Дальше. Всякое бывает, и если вдруг такое произошло, что ты шагаешь по шагам, но по каким-то причинам третий шаг был не выполнен. И что? Ты, значит, потерял стартовую программу? Нет, компания это тоже учла. Есть такое понятие у нас, как автовосстановление в стартовой программе. Поговорим быстренько о нем. Каждый консультант может продолжить участие в стартовой программе, но, внимание, после однократного пропуска любого шага. То есть в такую ситуацию компания входит только один раз. Это первое. Второе. Так как у нас огромный ассортимент, есть одежда, белье, и сами понимаете, иногда бывает такое, что что-то где-то не подошло, допустим, из одежды, или же пришла, допустим, бракованная туалетная водичка, она у вас не работает, вам на пункте выдачи создали претензию, вам деньги за нее вернули, но автоматически получается, что в следующем каталоге у тебя в стартовой программе не будет хватать этой суммы денег, которая вернулась по претензии тебе на счет. Поэтому обязательно в следующем каталоге, потому что все претензии будут вычитываться в следующем каталоге, то есть возврат денег. Обязательно нужно на эту сумму дозаказать. То есть, к примеру, тебе вернули 15 рублей в ценах каталога, значит, в следующем каталоге для выполнения шага тебе нужно уже не на 80 рублей в ценах каталога купить, а на 95. Иначе будет не выполнен шаг, и нужно будет работать, как говорится, по автовосстановлению в стартовой программе. Дальше. Как я ранее говорила, дата регистрации считается дата фактического занесения, вот когда вас зарегистрировали и когда вам присвоился регистрационный номер. А в стартовую программу, как я уже сказала, можно вступить, если что, в течение 6 каталогов. Если же, как я уже сказала, шаги 2 и 5 у вас не получилось выполнить одновременно, и вы что-то где-то пропустили, тогда вы можете пройти программу автовосстановления. Но, как я уже сказала, один раз, но любой шаг можно пропустить. Ну и сейчас подробнее. Вот, к примеру, то, что я говорила ранее. Вот вы зарегистрировались, допустим, получается, в компании. Ну вот, к примеру, 5 периодов вы не делали никаких заказов. Там уехали, там отдыхали или еще какие-то проблемки, нюансики. Ничего страшного, в 6-м каталоге вы еще успеете вступить в стартовую программу, сделать вот этот минимальный порог и вступить в первый шаг. Во втором каталоге, то есть в 7-м после вашего регистрации, у вас будет уже второй шаг. И вот так получилось, что вы, к примеру, второй шаг сделали на 49 рублей, третий шаг сделали на 49 рублей, а четвертый шаг у вас, говорю 49 рублей, 79 рублей 90 копеек или 80, опять же повторюсь, цена каталога, а четвертый шаг у вас никак не собрался заказ на 80 рублей цена каталога, у вас вышло только 45. Не расстраивайтесь, в следующем каталоге, но здесь внимание, без пропуска, вам нужно сделать двойную сумму. То есть, как я уже сказала, мы второй шаг сделали, третий шаг сделали, четвертый не получилось. Автовосстановление нужно сделать двойную сумму. То есть нужно сделать не 80 рублей в ценах каталога, а 160 рублей в ценах каталога. И вы автоматически выполните четвертый и пятый шаг. И в следующем каталоге вам будет добавляться
четвертый шаг, то есть без пропуска. Ну, а если у вас уже вышла двойная сумма, то есть получается не 160 рублей, а, к примеру, там 230 рублей, значит, один шаг будет за 3,60, второй, ой, за 3,30, второй за 9 рублей 60 копеек. Внимание! Если же пропуск был между шагами 4 и 5, то есть у вас остался только один шаг, то есть вы первый выполнили, второй выполнили, третий выполнили, четвертый выполнили, а вот на пятый шаг или не успели оплатить, или не хватило по сумме, в следующем каталоге вы можете восстановиться в пятом шагу, и там уже можно сделать просто 80 рублей ценах каталога, потому что шаги уже заканчиваются. И тогда наборчик будет за 9,60. Ну а если, конечно, на 160 рублей, то набор будет за 3,30. Со стартовой программой мы с вами завершили. Опять же повторюсь, если что-то где-то непонятно, пересматриваем видео. Дальше. Есть еще акции каталога. В каждом каталоге постоянно, только они могут меняться. Вот пример у нас. Бывает акция «Шопинг с удовольствием», где идет переходящая акция. Вот, допустим, оплати заказ по каталогу 6 на 29 рублей ценах каталога, и в каталоге 7 получи спеццены на категории товара: уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия и так далее и тому подобное. Вот такая вот есть у нас переходящая акция. Допустим, в этом каталоге у нас есть акция «Круиз по суперценам». То есть каждые 3 дня на определенный товар у нас идет мега скидка. Супер цена, очень классная, огромные скидки. Но опять же повторюсь, только 3 дня. И вот каждые 3 дня товар меняется. Также в каталоге есть акция «Любые 2 продукта по спеццене». Это может быть косметика, это может быть детская какая-то уходовая косметика, это может быть косметика для дома. Вот, допустим, сейчас у нас акция на все пятновыводители. То есть выходит, вот допустим, если брать один отбеливатель, цена по каталогу будет 14 рублей 49 копеек. Если же брать или 2 отбеливателя, или 2 любых других товара, тогда отбеливатель будет за 9 рублей 99 копеек. И обращаю ваше внимание, что акция сработает на втором шагу в промо-акциях, будет светиться голубеньким. Скоро покажу. Так, есть еще акции в каталогах «Специальное предложение». Значит, она может тоже звучать по-разному, что при покупке по ценам каталога на 14,49 один продукт по спеццене получаешь, а при покупке на 20, то есть 2 раза больше, 28 рублей 98 копеек, вы получаете 2 продукта по спеццене. Где найти новости на сайте? Здесь уже имеется в виду сайт, а не мобильное приложение. Значит, вы заходите к себе в личный кабинет, нажимаете на человечка справа, чтобы попасть на главную страничку, опускаемся чуть ниже, видим новости. Дальше справа кликаем на вкладочку «Все новости», у вас открываются все новости, и вот слева идет, получается, вкладки «Все новости», «Новости бизнеса», «Новости каталога» и «Новости региона» и так далее и тому подобное. Это все можно найти в личном кабинете. Ну а сейчас где находятся акции каталога? Когда вы добавили, что вам нужно в основной заказ, нажимаем «Продолжить», и вы попадаете в персональные акции, где есть акции каталога, распродажи и так далее и тому подобное. Поговорим про них. Итак, акции каталога, как я уже сказала,
появляются при покупке на 14 рублей 49 копеек. И вот, допустим, в этом каталоге у нас 8 акций. Вот они все перечислены. Вы выбираете, нажимаете «Выбрать товары», и вы увидите весь перечень и количество штук. Вся акционная продукция, которую мы выбираем в промо-акциях или же то, что я говорила чуть раньше при покупке двух, будет светиться в личном кабинете у вас голубеньким, то есть сработала спеццена. А ниже вы увидите вкладку «Распродажи». И открывая распродажи, вы будете видеть все распродажи. Их иногда и бывает и 4, и 7, в зависимости от каталога. Сейчас мы поговорим про подарки неактивным консультантам. То, что я рассказывала в самом начале. Это подарки для тех, кто по каким-то причинам перестал делать заказы. Подарки, каждый каталог меняются. Вот недавно у нас дарили бальзам для стоп гладкой пяточки в большом флаконе. Чуть ранее средства для ванной или для туалета на выбор. То есть каждый раз акции меняются. И опять же, чтобы получить в подарок это средство или же этот крем, заказ всегда должен быть на 49 рублей в ценах каталога. И вот таким вот образом очень многие воспользовались акцией при получении или средства для ванной, или средства для туалета. Все подарки идут у нас за 1 рубль. Важно, чтобы знать обо всех акциях, получать уведомления от компании, нужно обязательно ввести адрес электронной почты в личных данных. На сайте личных данных. Ну а сейчас поговорим про платформу Faberlic Drive, которая находится не на сайте, а на отдельной платформе. Значит, в ней могут участвовать только VIP-консультанты, то есть те консультанты, которые выполняют 100 личных баллов. О них вам рассказывали в предыдущем уроке. Итак, вы сделали 100 баллов, вы уже автоматически можете участвовать в акции Drive. Только нужно, чтобы прошло пару деньков, потому что каждый день подводятся итоги, но вас много, и я всегда говорю, нужно подождать 2-3 дня. Итак, вы оплатили 100 баллов, через 2-3 дня вы можете зайти в платформу Drive. Итак, когда вы зайдете в платформу Drive, она у вас будет в личном кабинете, именно на сайте, находиться вот прям сверху. Перейти на Drive, и здесь в чем суть, что нужно сначала активироваться, зарегистрироваться, ввести свой логин и ключ от Faberlic, то есть вход в мобильное приложение на сайт и на Drive – это одни и те же данные. Далее вам нужно обязательно правильно, корректно ввести свои данные, страну. Еще нужно будет ссылочку на страничку ВК, все ввести правильно, потому что по странам распределяются определенные акции. Ну и, конечно, строится рейтинг. Даже если вы не будете участвовать отдельно в каких-то соревнованиях, можно сказать, обязательно это сделайте. Почему? Потому что в каждом каталоге у нас есть какие-то определенные акции. И вот эта акция расположена у нас под вкладочкой «Распродажи». Вот Faberlic Drive. В этом каталоге, допустим, по спеццам идут сухие дезодоранты дешевле, чем на 3 рубля где-то. В прошлом каталоге была турецкие парфюмерия серия. Еще чуть раньше тоже была парфюмерия, только другая. Еще чуть раньше у нас была посуда, там сковородки, кастрюли на спеццене. И
каждый раз какие-то определенные сюрпризы. Так что ваша задача, как только вы сделали 100 баллов, обязательно пройти регистрацию на платформе Drive. Как это все будет делать, будет чуть ниже. Ну и, конечно, нужно зарегистрироваться в чат-боте Telegram. Он заранее уведомляет про все акции, которые есть в этом каталоге. То есть можно даже не заходить на платформу. Вот так вот выглядит вот эта платформа. Вот это мой рейтинг, то есть какая я в стране, на своей территории, в звании, в VIP-уровне. Вот все-все-все идет, и ты соревнуешься здесь уже со всеми. То есть даже обычный консультант в рейтингах может обгонять в определенных нюансах даже драгоценных директоров. Итак, что такое драйвы? Драйвы – это, как вы выше в прошлом уроке изучали, что такое балл, только здесь в платформе драйв. Это единица измерения, на основе которых строится рейтинг. Один драйв равно один балл. Можно даже так сказать. За что мы получаем драйвы? За выполнение всех акций на платформе Drive, за личный объем, то есть, как я уже сказала, 1 балл равно 1 драйв. Максимум в каталог можно получить 200 драйвов. То есть даже если у вас личных 280 баллов, максимум вам в драйве начислится 200 драйвов. Также за групповой объем всех ваших новичков, которых вы зарегистрировали через свой личный кабинет, тоже все-все-все баллы ваших новичков идут вам в драйв. Здесь тоже, внимание, можно получить максимум 200 драйвов. Так что платформа Drive – это для тех, кто любит рейтинги, соревнования. Ну и, конечно, вы будете получать призы, какие-то дополнительные акции, которых нет в каталоге. Бывают акции на бесплатную доставку, бывают дополнительные распродажи, но еще огромное количество сюрпризов, которые держатся в секрете, мы узнаем все в начале каталога. Так что приятных покупок в своем интернет-магазине, обязательно воспользуйся всеми выгодами, которые получает покупатель Faberlic. Не упусти этот шанс, ведь он дается новичку, новому покупателю, только один раз.